У Могилевской области при вытворчестве тепловой энергии доля местовых видов палива складает амаль 52%. Поведомили областным управлением жилево-коммунальной господарки. До прикладу, у Белонинском районе амаль усе котельни провели на танные и доступные виды палива. Гэтага объему дранки хопить на трое, а мабыть и более суток, кажут специалисты. Котельня находится на территории районной больницы Белынич. После модернизации ее провели на балансе жилкомгаза, газовой котли и резерве. Мы только его испытали, где-то запустили полчаса, он проработал, прогрели и все, и оставили. Вот это на щите у нас шестой сезон уже работает, газ еще ни разу мы не включали. Здесь вот больницу полностью, санстанция, там 4 жилых дома. Вот. Потом на улицу Гагарина, в городе, там райисполком, сельсовет. На 6 жилых домов, двухквартирные, много. У Белынинском районе 21 котельня с 23 переведены на местовые виды палива. У нас 4 котельные работают на щепе, 3 работают на пеллетах и остальные на дровах. Местные виды топлива 47% занимают в общем объеме. Работала она вначале на мазуте. Потом перевели на газ, а потом с газа перевели на щепу. Ведется работа по диспетчеризации, автоматизации у нас на котельной. Эта котельная полностью автоматизирована. Увогуле, по Могилевской области доля мясцовых видов палива при вытворчести тепловой энергии складая больше за полову. Павел Савицкий, Татьяна Сергеевич, Денис Бутылин, новини регион.